Re, viss ēters ir te. Завтра в Латвии будут снова вспоминать погибших в крупнейшей катастрофе в современной истории нашей страны. 7 лет назад, 21 ноября 2013 года, в столичном микрорайоне Золитуда обрушилась крыша торгового центра «Максима». Зажатыми под бетонными обломками оказались десятки людей. 54 человека погибли. В этом году из-за пандемии их память почтут в узком кругу. Завтра в 17 часов 44 минуты, в тот день, час и минуту, когда 7 лет назад рухнула крыша «Максимы», когда погибли 54 человека и десятки людей оказались ранены, естественно, и пострадавшие, и представители нашего товарищества «Золитуда 2111» будут на месте катастрофы. Мы зажжем свечи, мы положим цветы в память о тех людях, которые там погибли. На этой неделе суд по уголовному делу о трагедии в Золитудской «Максиме» подготовил полный текст своего решения. Виновным был признан лишь один из 9 подсудимых – строительный инженер Иварс Сергец, которого суд приговорил к 6 годам лишения свободы. Однако все стороны дела выразили желание оспорить решение. Для этого у них есть 20 дней. Но если и суд следующих инстанций посчитает виновным в трагедии лишь одного, пострадавшие готовы идти дальше. Пострадавшие... Я это обещаю, и это будет сделано. Все, кто останется живы из пострадавших, подадут гражданский иск против государства и будут требовать возмещения моральной компенсации уже от государства.